Уважаемые коллеги, комиссия приняла первый протокол, я вам еще раз зачитаю. Первый вопрос повестки: избрание председателя и секретаря счетной комиссии. Решили избрать председателем счетной комиссии Дорошокова Владимировича. За проголосовало 3 человека, против 0, воздержалось 0. Об избрании секретаря счетной комиссии решили избрать секретарем счетной комиссии Пенясова Дмитрия Васильевича. За проголосовали 3 человека, против 0, воздержался 0. Это протокол номер один. Далее комиссия предлагает форму бюллетеня по голосованию по проекту решения об удалении главы Ачинского района в отставку. То есть бюллетень за, против, воздержался. Так, первым вопросом предлагают видеть протокол комиссии. Вторым вопросом, соответственно, принять форму бюллетеня. Кто за? Проект разработан в соответствии с регламентом районного совета. То есть протокол мы утверждаем простым большинством. Кто за то, чтобы утвердить проект данного бюллетня, прошу голосовать. Кто за? Не, мы начнем протокол утверждать, нет? А потом форму бюллетеня. Нет, это ваше внутреннее дело, вы председатель. Поэтому еще раз предлагаю утвердить форму бюллетеня. Вот данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Прошу отпустить. Против, воздержался. Спасибо, принимается. Теперь переходим непосредственно к самой процедуре голосования. Каждый из депутатов подходит ко мне и получает бюллетень. Счетная комиссия показывает урну для голосования. Показывайте нам, Павел Владимирович. Урну для голосования. Павел Владимирович, раздайте бюллетень. Нет, их надо под роспись, каждый получает. Затем опечатывает ее. Да. Да, опечатывается. Так, дайте мне ее, пожалуйста. Держу. Так, теперь подходим, получаем бюллетени. Готовы на 21 бюллетень, согласно списку районного совета депутатов. Кабинку, ручка есть? Подождите, пожалуйста. Сейчас получим. А? Каждый бюллетень получает, еще будем гасить остальные бюллетени. Одну галочку ставлю. Галочку не ставь, ставь крестик. Крестик? Мне зафигурно что. Ну, если как-то не объяснил, что тут бюллетней квадратики надо ставить какой-то... Ну, конечно, есть у нас коллеги, которые выбирают, например, часть в голосовании. Ну, можете ставить крестик, можете нолик. Ставится в одной галочке, то есть в одном пункте. Квадратик. Либо за, либо против, либо воздержался. На эту стену. На столе оставляются по стене.